Добрый день, дорогие друзья! Наконец-то я хочу снять видеообзор на белый стол Киото, потому что он у нас появился на выставке. До этого у нас стоял Киото в цвете дуб табачный. Его благополучно выкупили, и мы решили взять белый. Сейчас я вам покажу текстуру. Самый часто задаваемый вопрос по текстуре стола. Это идет ЛДСП, покрытая лаком. Посмотрите, вот такая будет текстура. Очень симпатичная, за счет этого стол считается глянцевым. Этот стол отличается удобной раскладкой, то есть не нужно применять большую силу. Я одной рукой могу его разложить. Механизм снаружи. Снаружи его можно будет блокировать, чтобы не разъезжался. И также одной рукой я смогу его сложить. Очень классный, очень крутой стол. Приходите сами теперь, увидите его и сможете приобрести у нас. Всего вам доброго, хорошего дня!